Сегодня средь бела дня в нескольких метрах от гражданского кольца сбили человека. Авария произошла на пешеходном переходе. Очевидцы рассказывают, что пострадавшая несколько минут пролежала без сознания на асфальте. Бригада медиков прибыла оперативно. Первую помощь девушке оказали на месте аварии. С ушибами и рваной раной потерпевшую доставили в больницу. Врачи констатировали сотрясение головного мозга. С какой скоростью передвигался водитель, пока неизвестно, но, по всей видимости, она была большой. Разогнаться на этом участке сложно. Водитель утверждает, что пешеход буквально выбежала на дорогу. Среагировать и нажать по тормозам она попросту не успела. Девушка она не была? Смотрела, девушка была, да, молодая. Откуда она выбежала, покажите. Вот откуда выбежала.